Колыбель души. Я там в комментариях нескольких женщин попросил назвать 10 женщин, святых, лауреатов Нобелевских премий, основательниц религий, может, цивилизаций. Кто-то комментарии стер, вы же вроде за правду. Комментарии без мата и ругани. Одна женщина свой стерла вообще после моего. Видимо, не нашлось, что ответить. А вот другой, видимо, вы удалили. Этот фильм тупейший и глупейший, но для тех, кто пишет «дирижер» и не видит ошибки, для таких фильм полезен на подумать. Автор осмысления пытается связать бессмысленность шестилучевых нард с семью чакрами человека и тоже вроде прокатывает, ни сам, ни зрители ничего не заметили. Дерзайте, ежики! Рассвет не за горами, но не за камнем с канатом наверх. Рассвет позади. Колыбель души, отвечает генератор фраз. Если у тебя рассвет позади, значит, ты идешь к закату, в тьму. Думай, что говоришь и пишешь. От рассвета до заката целый день впереди, но это лишь для тех, кто так и ходят по кругу, спорят, доказывают, изменяют мир, не зная ничего, позволяют себе иметь мнение по любому вопросу, и каждый считает, что именно он знает, как нужно, а у нас же только одна дорога, через камень, вверх, по тонкому канату. Говоришь, думаешь, что говоришь и пишешь? Поучи жену щи варить, сказал бы тебе Глеб Жеглов, а я с ним соглашусь. Благополучие и изобилие твоему роду, отрок вселенной, и процветание твоему каналу. Тебе обязательно ответят, и думаю, не единожды. А я так понаблюдаю в сторонке, типа мебели. Все, ушел. Короче, вот этот комментарий, я сейчас с горем пополам, короче, его увидел все-таки. Начинается с того, что я его закрепил, этот комментарий. И, короче, написал ему ответ. Но ответ не такой я написал первый раз, а другой. Я написал... Боже, что же я написал уже, блядь? В голове все спуталось. Короче, я сейчас вспомню, походу, что я написал и скажу. Первый мой ответ я, короче, написал, ну, такой дерзкий. Все, раз, короче, его, хоба, ответить. И пошел это, кушать же я пошел. Теперь я, короче, покушал, посидел, подумал. Думаю, ну, сейчас он начнет, короче, отвечать. Прихожу, моего комментария нет, я вообще в шоке. Я, конечно, допускаю, что я мог нажать кнопку вместо «одобрить», «отменить» я мог нажать, конечно. Но я сомневаюсь. Теперь я такой, да ну нафиг, короче. И думаю, ну это просто так должно быть. Это меня, ну, кураторы мои просто раз перенаправляют. Но это часто бывает. Точно так же, как с самолетом, когда я в Карпаты не улетел. Там вообще несколько знаков было. И здесь, короче, ну я в этом вижу знаки. И по Зеланду также про знаки есть. Они есть, эти знаки, их надо замечать. Ну то есть они тебе дают знаки, те, кто рядом, про которых ты тоже знаешь. Которые тебя курируют, которые тебя ведут, ангелы-хранители. Вот они меня тоже ведут. Теперь этого комментария нету. Я понимаю, что, ну если бы сейчас, короче, там началась бы полемика. Зачем мне это надо, типа. Я пишу другой комментарий, вот такой. Я его пишу,
Раз, короче, это одобрить нажимаю, колесо крутится и крутится. Но такое бывало уже, короче. Я это замечал, и он просто не одабривается, этот комментарий не уходит, и все. Приходится, ну, колесо крутится постоянно, приходится обновлять страницу, и он и пропадает. И я это уже знаю, я его раз заранее копернул, страницу обновляю, он, короче, пропадает. И я с третьего раза только сейчас его написал, вот этот комментарий, представляешь? Ладно, короче, я просто сверху посмотрел на все. Это вот рассчитано на то, чтобы, короче, отвлекать меня. И всего лишь навсего. Если я вступаю в полемику, я отвлекаюсь от своего вектора, направления. Это для этого и нужны вот эти программы. Они отвлекают, короче, втягивают в полемику. Всего лишь навсего. Короче, он опять исчезает, прикинь. И вообще просто невероятно. Я его все правильно, короче, делаю, ответить. И он не появляется. Это уже закономерность, короче. Любую попытку повлиять на изменение направления моего движения я расцениваю как нарушение основного кона мироздания о свободе выбора и отправляю данную информацию в кон мироздания для рассмотрения и последующего вынесения наказания, соответствующего данному нарушению. Да будет так, да так и есть, аз есмь. Может, все банально и просто, и в том комментарии дерзком есть типа нарушения принципов сообщества. Например, во фразе «Поучи жену щи варить». Или «Мне уже хочется просто в это верить». А? Пишите свое мнение в комментариях, человеки. Колыбель. Ты знаешь, куда комменты деваются? Я одним из первых написал комментарий и ждал твоего ответа. Но что-то я его не вижу. Да не удалял я. Иногда пропадают. Алгоритмы так их растак. Посмотри ниже, может, и остался. И еще они появляются только после моей проверки. Да еще и с задержкой. Колыбель души. Да это не очень хорошо. Почему-то пропадают именно самые важные и дерзкие комментарии.